Привет, это новый ВК-бот, в котором вы зарабатываете на интернете. Но не переживайте, здесь не надо будет делиться вашим реальным интернетом, а зарабатывать здесь можно будет начать без вложений и на полном пассиве. Ну а те друзья, кто досмотрит этот видос до конца, получат денежный промокод и смогут вывести деньги быстрее остальных. Погнали! Итак, бот называется D-Mobile «Заработай на сетях». Чтобы его запустить, просто вот сюда, в личное сообщение, пишем слово «начать». Я его, друзья, уже пару дней назад здесь запустил и, как видите, заранее заработал 233 рубля. И сегодня, друзья, этого бота будем, естественно, брать и проверять на вывод, поэтому усаживайтесь поудобней, будет эпично, ставьте лайк. Ну и приступаем. Итак, суть этого бота в том, что вам здесь необходимо приобретать, либо абсолютно бесплатно получать вот такие вот вышки, каждый из которых приносит вам разное количество мегабайт за каждый клик. Но по факту, друзья, вот эти мегабайты — это не настоящие мегабайты вашего интернета. Это просто валюта этого бота, которую можно, естественно, обменять на реальные рубли и вывести. И давайте покажу, как это сделать. Смотрите, друзья, когда вы активировали одну вышку, чуть позже покажу, как ее активировать, то вы начинаете получать 1 мегабайт за каждый клик. Вот смотрите, жмем «Настроить сеть», и, как видите, я получил вот не 1 мегабайт, а сразу 7, потому что, как я и сказал, пару дней назад я уже, друзья, запустил этого бота, и уже за это время здесь активировал несколько более прибыльных вышек. Как видите, каждая вышка все прибыльнее и прибыльнее предыдущей, поэтому я за каждый клик сейчас получаю немного больше. Таким образом, друзья, кликать и получать эти мегабайты можно бесконечно много. Вот видите, за этот клик мне дали 20 мегабайт. Кликаем еще раз, 11 мегабайт. Но, если у вас здесь будет всего лишь одна вот эта вышка, например, первого уровня, то вам надо будет накликать вот так вот очень много, чтобы заработать нормальные деньги. Поэтому здесь, блин, в таком случае можно сойти с ума. И чтобы, друзья, не сойти с ума, чтобы этого не произошло, вы просто можете активировать все остальные вышки. Активировать их можно как за реальные деньги, так и абсолютно бесплатно. Ну и давайте покажу, как их активировать здесь без вложений. Но перед этим, друзья, пару дней назад появилось новое приложение для заработка от топового разработчика, который с одного из прошлых своих приложений выплатил людям больше 500 000 рублей. Итак, его новое приложение, друзья, называется «Сапер на русском классический». И сейчас, друзья, кратко об этом расскажу, так как такое пропускать нельзя, если вы хотите зарабатывать нормально и стабильно. Итак, сначала, друзья, скачиваем это приложение и после этого активируем скрытый режим заработка. Для этого нажимаем «Настройки», дальше жмем «Обратная связь» и в это поле пишем на английском языке слово «капуста» большими буквами. Нажимаем «Отправить», появляется такая плашка, и входим просто через ваш Google аккаунт. Все, друзья, после этого режим заработка сразу же активирован, и вы можете начинать делать деньги. Для этого нажимаем «Новая игра», вот сюда, и после этого вот здесь нажимаем «Подсказка». У нас после этого появляется рекламка, и вот за ее просмотр мы получаем 10 бонусов. Сразу после этого, кстати, вы можете запустить следующую рекламу. И если вот так вот в любое место на рекламу кликнуть и просто подождать, пока прогрузится этот сайт, а потом его вот так вот закрыть, то, друзья, за такой просмотр с кликом мы получаем в 5 раз больше, то есть уже 50 бонусов. 1000 таких бонусов — это 1 рубль. Я уже, как видите, заработал 180 тысяч бонусов, это 180 рублей, давайте их выведем. Минималка на выплату здесь 10 рублей. Выводят деньги на Kiwi, Юмани, Сбербанк, Тинькофф или на баланс телефона. Чтобы вывести, указываем, куда выводим, и потом номер этой платежки. Нажимаем «Отправить», все, заявка отправлена. Кстати, друзья, пока ждем, советую подписаться на их телеграм-канал, здесь есть там всякие бонусы, в общем, ссылка тоже будет под видео. Да уж, друзья, я даже не успел выключить камеру, ну, не знаю, 2 минуты прошло, даже не отвлекся. 19:34. Все без комиссии пришло на Kiwi Card. Но теперь возвращаемся к боту и давайте покажу, как здесь по шагам начать зарабатывать без вложений. Для этого есть несколько способов. Первый. Вы можете, как обычно это бывает в подобных ботах, подписаться на паблик этого бота. И за это вы уже, друзья, получите первую прибыль к себе на баланс. Я это просто уже делал, в общем, вам за это выдают 5 рублей на покупки. А значит, вы, друзья, эти первые деньги уже можете направить на покупку первых своих вышек. Но давайте сделаем это чуть позже, потому что это, друзья, еще не все. Также здесь платят 2 рубля за репост каждой записи и еще 0,5 рубля за лайк. Ну или вообще, друзья, можно бесконечно фармить деньги, просто написывая любые комментарии, потому что за каждый коммент платят 0,01 рубль. Да, это немного, но вы можете написать хоть 1000 таких комментариев. Также, друзья, вот здесь во вкладке «Бонусы»
вы сможете ввести на халяву промокод, который выдаст вам несколько дополнительных рублей. Напоминаю, у меня этот промокод для вас есть, я все подготовил, но его не будет под видео, он будет спрятан где-то в самом этом видео, так что, друзья, смотрите его полностью и очень внимательно, и тогда заработайте на халяву. И, конечно же, друзья, несколько десятков или сотен рублей здесь можно заработать, приглашая людей, потому что за каждого приглашенного здесь платят, друзья, смотрите, 2 рубля и еще 5% от того, если вдруг он пополнится. И таким образом, друзья, вы уже сможете насобирать неплохой доход, чтобы закупиться вышками, и все, что эти вышки будут вам приносить, вы можете, друзья, обменивать вот сюда, на баланс для покупок и покупать еще больше вышек, и таким образом ваш доход будет постепенно прокачиваться без вложений. Я, друзья, здесь заранее для того, чтобы протестировать сегодня этого бота на вывод, пополнился здесь на небольшую сумму, приблизительно около 200 рублей, и купил несколько вышек. Смотрите, сейчас покажу. Я купил одну вот такую вышку 3G, и дальше я купил несколько вот таких вот вышек за 15 рублей аж. И теперь, друзья, я получаю до 30, приблизительно до 30, там, 5 мегабайт за каждый клик. Именно, да, до, то есть от 1 до 30 выпадает, как видите, рандомно. 16, 17, 20, 30 мегабайт и так далее. И уже, друзья, можно неплохо с такими вышками, если честно, зарабатывать. И, собственно, я это уже сделал. 233 рубля уже лежат на балансе, и это только начало. Но мы знаем, друзья, что подобные боты работают довольно долго. Мы это уже сотни раз проверяли. И, естественно, хочется отсюда заработать и вывести прям реально приличную сумму, но для этого, чтобы сделать это быстро, нужно увеличить здесь свой доход. Да, как я и показал, это все можно делать абсолютно без вложений, но это займет какое-то время. Либо можно вообще не париться и просто пополниться своими деньгами и закупиться вышками. Опять же, делать это не обязательно, но у меня есть планы на этого бота, поэтому я сейчас здесь пополнюсь рублей так на 500 и посмотрим, сколько я с этого смогу заработать. Пополниться можно от 50 рублей с Киви и с сервисом быстрых платежей от 100 рублей. Давайте сервисом быстрых платежей пополнимся. Указываем сумму, пусть это будет 500 рублей. Я думаю, для старта это самое то. Нам выдается номер телефона. После этого мы должны на него с любого своего банка, Тинькова, Сбербанка или откуда-то еще, перевести 500 рублей, вернуться в бота и нажать «Найти пополнение». Давайте это сделаем. Вот, заходим, например, в Тиньков. Буду отправлять с него. Вставляем сюда номер и отправляем, как было указано в боте, 500 рублей. Нажимаем «Отправить». Ждем немножечко загрузочку. Все, сумма отправлена, кайф. После этого, друзья, возвращаемся в бота, нажимаем «Найти пополнение», немножечко ждем. Все, друзья, у нас пополнение совершилось, теперь заходим в контракты и давайте сейчас купим какую-нибудь вышку. Какая... Ну вот, как раз есть за... О, она нормально, кстати, будет, почти 100 мегабайт за клик. Нажимаем «Подписать», все, вышка у нас активирована. И теперь, как видите, я получаю до 111 мегабайт за каждый клик. Вот это реально... Просто лютая тема. Нажимаем «Настрой». 104 мегабайта. Жесть просто. Какой, друзья, курс у этих мегабайтов? И как их обменивать на рубли? Как их выводить? Покажу буквально через несколько секунд, но заранее поставьте лайк. А пока что, друзья, хочу показать, что иногда вышки ломаются. Но не переживайте, деньги с баланса не исчезают. Да и ваши купленные или там заработанные активированные вышки без вложений тоже никуда не деваются. Их надо просто чинить. Для этого просто нажимаем «Исправить ситуацию», и здесь вам указано, за сколько кликов вы сможете их починить. Вот у меня 115 кликов, и вы просто вот так вот кликаете, и как видите, эти клики уменьшаются, иногда здесь появляется капча, вы ее проходите, и таким образом вы чините свои вышки. Чтобы на это не тратить много времени, вы можете, друзья, взять и запустить абсолютно любой автокликер, который будет не только чинить, но еще и приносить вам доход за каждый клик. Вот просто скачиваем любой автокликер, его запускаем, идем в приложуху. Теперь ставим точку клика на эту кнопку, кликаем на эту точку и нажимаем задержку 1000 миллисекунд. То есть это 1 секунда. Это значит, что раз в секунду автокликер будет кликать на эту кнопку. Вот мы его запускаем, чтобы протестировать. И видите, раз он кликнул, 2, 3, все, заработок пошел. Но, друзья, будьте внимательны, приблизительно каждые там 30-40 кликов здесь появляется вот такая вот капча. Автокликер, которую, естественно, решить просто не может, и вам надо ее сначала самому решить, и только после этого снова кликер запускать. Но, друзья,
Если автокликер три раза все равно с активированной капчей кликнет на эту кнопку, то вас заблокируют на 30 минут. Да, друзья, это не полностью какой-то там идеальный пассивный заработок, но если вы, например, смотрите там фильм или сериал, то можно просто вот так вот положить телефон рядом, запустить, например, автокликер и иногда помогать ему решать капчу. Главное не попадаться, чтобы он на нее много не кликал. Так что, друзья, за такой супер простенький лайтовый пассивный доход подписывайтесь на канал, ну а мы идем к выводу денег. Итак, чтобы обменять заработанные мегабайты на ваш баланс, нажимаем банк и здесь находим вкладочку «Обменять». Дальше нажимаем «Обменять». И здесь, друзья, указан курс. Актуальный курс, который может меняться. 10 гигабайт – это 1 рубль. А 10 гигабайт – это 10 тысяч мегабайт, которые мы зарабатываем за каждый клик. То есть все как в реальной жизни. То есть, смотрите, я, друзья, сейчас зарабатываю приблизительно 111 мегабайт за каждый клик. То есть я сейчас зарабатываю приблизительно 0,11 рублей за клик. Это, да, именно за каждый клик. Без просмотра рекламы и без прочего. И это реально, друзья, круто. В общем, чтобы обменять деньги, нажимаем сюда, и минимальная сумма для обмена составляет всего лишь 100 мегабайт. То есть вот, друзья, нажимаем «Обменять», и смотрите, минимальная сумма обмена составляет 100 мегабайт. И смотрите, таким образом, нажимаем вот 100 мегабайт. Все, мы обменяли это на 0,1 рубль. То есть я, по сути, обменял свой один клик на 0,1 рубль, как мы посчитали в калькуляторе. Ну, а теперь давайте будем заработанные деньги выводить. У меня же на балансе сейчас лежит 230 рублей. Нажимаем для этого «Снять». После этого нам необходимо добавить реквизиты. Добавляем способ «Основной». Также можно вывести на СБП, то есть на банковскую карту, либо на Kiwi U-Money или баланс мобильного телефона. Давайте будем сейчас выводить деньги на Kiwi. Минималка на выплату 15 рублей. Окей. Выбираем этот способ. Дальше указываем здесь Kiwi кошелек. И теперь снова нажимаем банк. Реквизиты наши привязаны. И теперь просто нажимаем создать заявку на выплату. Здесь нажимаем продолжить. Указываем сумму все деньги. 233 рубля. Супер. Так, все верно. Да, на Kiwi. Подтверждаем. Все, заявка создана и отображается в списке заявок. Супер. Ну и пока ждем, друзья, заявку на выплату, даю вам промокод, который вы можете ввести прямо вот сюда. Промокод выглядит вот так. Слово «Ринго» маленькими буквами. И он, друзья, первым 1500 счастливчикам выдаст аж 5 рублей на баланс на халяву. И как только 1500 человек, друзья, его активируют, он перестанет работать. Так что те, кто смотрит этот ролик первыми и нажали на моем канале на колокольчик, собственно, поэтому они смотрят первыми, они смогут заработать намного больше остальных, так как эти деньги они смогут в дальнейшем потратить на активацию других вышек. Ну и вот, друзья, пока я вам рассказывал, спустя минут, наверное, 10, выплата пришла, здесь можно оставить отзыв, написали нам, и 226 рублей, то есть небольшая комиссия есть, такого Kiwi кошелька, здесь комментарий никакой не указывается, ну и в целом он нам не нужен. Обновляем страничку. Все, за сегодня мы уже больше 300 рублей с вами вывели. Кайф. Ну а если вы хотите получать вообще полностью пассивный доход, ничего не делая, то залетаем и смотрим это видео о таком приложении, которое позволяет так зарабатывать. Ну и пока.